В Индонезии похоронили 28 человек, которые погибли в результате недавнего взрыва на шахте. Глава местной полиции считает, что надежды на то, что кто-то из 12 горняков жив, практически нет. Шахтеры остаются под завалами на глубине 150 метров. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв метана в шахте. Один из шахтеров как раз собирался спуститься вниз, когда услышал взрыв. Когда я собирался спуститься в шахту, я увидел пламя и услышал сильный взрыв внизу. Шахтеры оставались под завалом 30 часов. Глава Центра чрезвычайных ситуаций при Министерстве здравоохранения подтвердил, что обнаружено 28 погибших, еще 12 считаются пропавшими без вести. Одного человека вчера достали из-под обломков, однако местные власти заявили, что поисковые работы на время прекратились по причине дождей.